у нас праздник. Мы открываем выставку «Истории, рассказанные цветом» художника, архитектора Лианы Кусовой и ее учеников. Это учащиеся и выпускники детской школы искусств номер 1, город Нальчик. Я хочу с удовольствием для открытия предоставить слово заместителю министра культуры Кабардино-Балкарской республики Карчаевой Аминат Хадисовне. Большое. Добрый день, дорогие друзья. Действительно, как уже было сказано, сегодня в залах нашего центрального музея прекрасный, замечательный праздник. На суд зрителей представлены работы учеников, наиболее талантливые работы учеников детской школы искусств. И я думаю, что, в принципе, мы не первый раз сталкиваемся с творчеством этих замечательных ребят. И сегодня у нас представлены новые работы. Это, конечно, здорово, это замечательно. На мой взгляд, выставка получилась полной, яркой, интересной. Много очень интересных, по-настоящему талантливых работ. Вы знаете, вот говорят, что нельзя талант создать. Но, наверное, можно создать почву, основу, на которые очень быстро и очень эффективно произрастают эти таланты. И я бы хотела всех с этим выразить огромную благодарность людям, которые посвятили себя этой высокой миссии. Я хотела бы выразить благодарность всему прекрасному творческому, педагогическому составу, действительно творческому составу этой замечательной школы, во главе с директором, руководителем этой школы Людмилой Федоровной Меркановой. У нас здесь присутствует, я бы хотела сказать, будущим профессиональным художникам. Но я думаю, что те зерна добра, красоты, которые заложены в их души, в стенах этого прекрасного учебного заведения, очень сильно помогут им на их жизненном пути. Но все-таки мы рассчитываем, глядя на эти работы, что среди этих ребят будут те художники, юные и прекрасные, которые в будущем станут профессиональными художниками, и которые продолжат замечательные, прекрасные традиции изобразительного искусства Кабардино-Балкарии. Я хочу еще раз выразить огромную благодарность педагогам в первую очередь, поздравить ребят, участников этой замечательной выставки с этим прекрасным событием и пожелать всем им новых творческих успехов. Мы верим в вас, ребята. Дерзайте, продолжайте в том же духе, радуйте нас своим творчеством в будущем. Спасибо всем огромное. По всему преподавательскому составу по школе искусств. И, конечно же, отдельно профессионально, ответственно относитесь. Всегда подготавливаете очень прекрасные профессиональные концерты, несмотря на то, что это дети. И, конечно, я хочу поблагодарить всех детей, которые будут сегодня принимать участие в концерте. Вот вопрос. Мы видим то, что спровоцировали сами, на что был выдан интересный вопрос. Мир видит сердцем, как достичь такого путем любви, путем глубоких дум и с благодарностью на все вокруг взирая, с благоговением себя все принимая, с благодарением жизни жизнь творить. Спасибо вам большое. Сегодняшняя выставка носит название «Истинный цвет». История, рассказанная цветом, надеюсь, наши вам понравятся. Они совершенно разнообразные. Каждый может увидеть что-то свое в наших работах. Но, тем не менее, все они, я уверена, очень позитивные. Они несут, конечно, яркие цвета, радостные цвета. И говорят о том, что жизнь прекрасна.
Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня, наблюдая наши работы, вы немножко отрешились от привычной такой суеты жизни, и чтобы вы, может быть, заглянув в себя, вспомнили себя детьми, вспомнили то, о чем вы мечтали когда-то, и задумались, а о чем я мечтаю сейчас, потому что мечтать — это очень важно. Сегодня сбылась, например, моя большая мечта — показать вам итог, и сбывается, и это делает нас счастливыми. По сути, для меня это главное. И отучившись там год, так сложилось, что мне удалось поступить в Санкт-Петербург в ЦХШ имени Иоганнсена. Отучившись там, я, конечно, очень увлеклась творчеством настолько, особенно архитектурой, что поступила в дальнейшем в институт имени Репина и закончила его. Честно говоря, я не планировала возвращаться в школу и не думала, что я когда-либо буду преподавать. Но так сложилось, и я очень благодарна за это судьбе, что я все-таки попыталась начать преподавательскую деятельность, и это меня на самом деле захватило. Я считаю, что просто, ну, это действительно невероятное счастье, что сложилось все именно так, как сложилось. Я не жалею ни об одном дне, проведенном в родной теперь для меня школе, и надеюсь, что все, кто приходит ко мне учиться, тоже никогда не пожалели об этом. Сегодня вы видите итог где-то 22-летней моей деятельности как преподавателя. Первый класс я набрала в 2000 году. И вот до сей поры являюсь преподавателем этой школы. За это время очень многие ученики действительно продолжили профессиональное образование в различных вузах нашей страны, становятся дизайнерами, архитекторами, увлекаются искусством и никогда не забывают нашу школу, и за что им очень благодарна. Конечно, есть особо талантливые, одаренные дети. Их у нас очень много в республике, я не устаю это подчеркивать. У нас очень одаренные дети. Но некоторые из них вызывают, конечно, особенное восхищение и уважение. И вы тут обратите внимание, что есть ученики, такие как Даванидзе Марат, Кунижева Марина, Хамурзова Лиана, и можно было еще много перечислять, которые множество работ здесь представили и работали те, кто сделал сегодняшнее событие возможным. В первую очередь я благодарю Асю Михайловну и в вашем лице всех наших музыкантов, которые подготовили для нас, для художников, такой изумительный, прекрасный музыкальный подарок. Благодарю от всей души. Благодарю Людмилу Федоровну, которая поддержала идею этой выставки. Благодарю всех, кто пришел еще раз и еще раз. Ну и в заключение хочу сказать слова благодарности своей уважаемой маме. К сожалению, в этот момент Ирина Нафиговна Мизова — это тот человек, который не просто моя мама, она мама, по-моему, для многих, потому что вырастила большие поколения. Хочу сказать ей огромнейшее спасибо, потому что она все эти годы меня поддерживала. Именно она сделала возможным мое обучение в Петербурге. И спасибо ей огромное. Выставка проходит в музее, который носит имя нашего легендарного учителя Андрея Лукича Ткаченко. Если вдуматься в слово, в понятие «учитель» в школе, но и в нашей с вами жизни. Потому что именно если между участниками вот данного процесса будет все складываться удачно, то гарантия успеха будет обеспечена не только ученику и учителю, гарантия успеха будет обеспечена и школе, и искусству. Всех присутствующих сказать тебе огромное спасибо. И сейчас такое время, знаете, кто работает в нашей системе, они знают, что начиная с 90-х годов, какой сложный тернистый путь прошла школа искусств. Сегодня, благодаря президенту России, благодаря региональным властям, ежегодно ремонтируется, оснащается оборудованием, инструментарием все школы искусств.
к сожалению, из-за пандемии немного график растянулся, но все школы искусств в России до 30-го года получат все необходимое. Я вспоминаю слова великого философа Дидро, который говорил: если государство будет учить детей рисовать так, учить читать и писать, то эта страна превзойдет все страны и во всем остальном. Поэтому я думаю, что успех именно учащихся школ будет обеспечен благодаря нашим школам искусств, благодаря художникам, так и Лиана Курмановна Мизова. Спасибо. Также за активное участие в творческой жизни города награждается Кунижева Марина, учащаяся школы. В школе она еще и пишет работы. Поэтому это тоже дорогого стоит, когда ученики видят свои работы вместе рядом с работами преподавателя. Сегодня такие замечательные дети, которые получили грамоты, вообще заслуживают грамоты, наверное, многие дети. Но эти, наверное,
Спасибо вам. Сейчас на сцену приглашаю.